Всем доброго денечка, девочки! Получила я книги. Сейчас вам покажу. Та-ра-да-дам! Вот она, красавица. Видите? Мы ее с вами рассмотрим в конце. На десерт, на сладенькое. В общем-то, много очень приехало книг. Больше 150 килограмм. Естественно, я все парные убрала. Сейчас мы с вами подробненько все рассмотрим. Ну, что возможно подробненько рассмотреть. И потом полистаем вот эту вот очаровательную книжку «Загадочный океан» Изабель Вотье. Поехали. Вот такая книжка броши. Давайте мы вот так вот не будем сильно останавливаться. Видите, тут прям пошаговый мастер-класс. Канитель, стеклярус, пайетки, бусинки. Вот все-все-все для создания брошек. Красота какая, перышко тоже тут, видите, бисер. Да, это бисером обшито, это, или это, нет, это канитель. Ну и вот как это все создавать. Нынче очень модное направление создания брошек. А если это еще индивидуальная брошка, которую вы сами придумали, сами нарисовали и сами создали, это вообще будет эксклюзив, конечно. Ну, вот здесь вот в этой книге как раз-таки представлено, что и как самой создавать, как пришивать, какие нужны материалы, видите, для создания брошек. Искусственная кожа, искусственная замша и так далее. Едем дальше. Вот такая книга, «Библия объемно-декоративной стежки. Техники и проекты». К сожалению, мы ее с вами не полистаем, потому что она закрыта. Видите, в пленочку в такую обтянуто. И вот какие-то даже вижу, то ли выкройки, то ли шаблоны какие-то вложены. Вот такая вот красивая книга. Бордюры и орнаменты для вышивания крестом в славянском стиле. Вот такие вот схемы здесь. Смотрите. Едем дальше. Ботаническая вышивка. 11 сложных проектов с шаблонами в полную величину. Я так понимаю, это гладь. Тоже очень интересно мне это направление — гладь. Но все-таки попробовать что-то новенькое хочется. Вот, пожалуйста, видите, шаблоны. И вот пошаговые мастер-классы. Посмотрите, ну вы посмотрите только на эту красотищу. Ой, какая прелесть. Видите, девочки? Девочки-хозяюшки книги, вы, пожалуйста, как получите книжку и решите создавать такую красоту, приходите нам в пятничный пост процессов, обязательно показывайте, потому что, ну, мне очень интересно посмотреть на отшив, на результат. Красота, девочки, ну посмотрите. Рисуем, рисуем, девочки. Иголочкой и ниточками. Красивые, правда же? Посмотрите, как вот это можно нитками передать. Объем, видите, вот этот шарик, он прям кругленький. Очень красиво, прям очень. Коробочка мака, тут прям подписано все, видите, кузнечик. Бабочка-толстоголовка, тоже все пошагово. Вот такая вот роскошная книга, красивая. Я ее, наверное, себе оставлю. Потому что интересно, что-нибудь новенькое. Тоже видите, какие нужны материалы, какие иглы, какие ниточки. Все-все-все здесь рассказано. Вот такая красота. Вот эту книгу мы с вами не рассматривали, потому что она тоже заклеена вот в такую пленочку. И сзади тоже, видите, то ли какая-то... ну, какая-то... дополнительная, видимо, схемы или что, я не знаю. Правда, не могу сказать. Я бы ее полистала с удовольствием, если бы я ее себе оставила. Но я такую книгу себе не оставила. «Любимый огород» мы с вами рассматривали. Я его показывала в прошлых видео. Вот эту книгу мы тоже рассматривали. «Великолепные цветы и птицы» Элен де Берр. «Вероника Женер», рождественские мотивы.
Тоже мы ее смотрели. Уже вижу в Инстаграме девочки шьют по этой книге. Красота получается. По-разному оформляют в игрушки, в пинкипы и просто в рамочку на стену. Красота. Вот еще русские мотивы. Вторая книга. Бордюры. Русские народные мотивы, не бордюры. Бордюры та книга. Кутюрная вышивка Инги Мариты. Сейчас посмотрим. Это... лучше скажу, какой крючок. Вот такой вот крючок. Люневильским крючком. И давайте с вами ее полистаем немножечко. Посмотрите, какая красота. Калибри и мимоза. Стрекоза, бабочки. Вот, пожалуйста, шуба расшита. Видите, вот здесь. Мы с вами тоже так не будем останавливаться, так ее пролистнем, чтобы вы имели представление, что это за книга. Вот такая баска это называется на одежду. Я как человек, девочки, в прошлом со швейным образованием. Я оператор швейного оборудования по пошиву верхней мужской одежды, помимо того, что я педагог. Знаю все эти хитрости, в общем. Ну, честно скажу, шить я не люблю. Вышивать люблю, а шить нет. Я могу, конечно, пошить все, что нужно, но не мое это. У меня есть швейная машинка. Но нет, я не люблю. Видимо, вышивка мне нравится больше. Едем дальше. 45 сказочных сюжеток. От Вероника Женнер. Вот они, сказочки здесь. Мы тоже с вами смотрели эту книгу, поэтому я не буду на ней подробненько останавливаться. Можете посмотреть, в прошлых видео все есть. И вот, девочки, заказала я маленькие блокнотики. Все равно нам, девочкам, нужны какие-то маленькие записнулечки, какие-то штучечки, где можно писать. Вот они, иллюстрированные все. «Мой маленький принц». Я знаю, что он всем нравится. Если не все представлены, они все будут в альбоме «Печатная продукция в наличии». Я вот все, что первое в руки попало, я то и принесла на видео гжель. Давайте пролистнем. Ну и вот она вся гжель. Видите, какие блокнотики красивые. С чистого листа. Вот такой блокнотик. Он такой, знаете... как будто прорезиненный. Это не бумага, а такая как будто резиночка. Все они так? Нет, не все. Вот это бумага. И вот это бумага. И вот это бумага. Вот здесь только резиночка. Ну, на ощупь, по крайней мере. И здесь нет бумага. Вот, пожалуйста, русские мотивы. Дымковская игрушка. В садике я работала. В садике вообще отлично, наверное, такие блокнотики. Потому что детям... на занятиях рассказывается. И о гжели, и о дымковской игрушке, и о подносах Жостова, и обо всем, о всем. И по влопосадских платках, и так далее. Ну и все, вот такая вот серединочка. Дальше поехали, вот такой малыш. Давай на перегонки, лисичка. Вот такая вот лисичка, колобка не видели? Ну, вот тут, видите, лисичка, лисичка, лисичка. Хулиганит на каждой страничке. В сумочку хорошо. Я вообще люблю всякие ежедневнички, записнушечки. У меня их целая куча. Ну, и вот, пожалуйста, хохлома. Вот такие блокнотики. Ну, что-то сдается мне, что это не все, что еще есть. Ну, уже потом в наличии посмотреть. И вот она, девочки, королева. Долгожданная королева. Я когда сделала заказ в начале месяца, мне сказали, что они ждем. Книга выходит 25 числа в свет. Я сказала, да, жду, конечно, без проблем. Заказала, в наличии она тоже будет. Сейчас мы девочек отправим. Я всегда заказываю книги запасом. На тот случай, если аппетит приходит во время еды. И сейчас мы с вами ее подробненько полистаем. Эту книгу я оставляю себе, поэтому я могу и заламывать листы, и все, что хочу с ней делать, потому что она мне очень нравится. Я ее себе оставляю.
Давайте посчитаем, сколько схем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 схем в описании. И давайте все подробненько. Вот предисловие. Видите, рассказывает автор, кому посвящает книгу. Моему милому морскому волку Жану Мишелю со всей любовью и нежностью. Видите, какой-то морской волк Жан Мишель ее вдохновил. Вот, пожалуйста, материалы, как читать схему, подготовка работы, подготовка ткани, расположение рисунка. Для новичков вообще отлично. Мы-то старые волки уже все это знаем, а для тех девочек, кто только начинает вышивать, это будет самая-самая лучшая информация по вышивке. И видите, все основы стежки. Вот они, пеликаны, чайки, или не пеликаны, цапельки, прошу прощения. Вот такая вот схема. Ну, моряки и море, ой, моряки, маяки и море, да и моряки. Это тема, которая никогда не отпускает. Она все время манит, морские пейзажи, лодочки, по крайней мере, меня. Все это очень-очень затягивает. Мне нравится. Вот она, три мачты. Красивая. Тут, видите, винтажная какая-то равномерка. Серенькая. По-моему, это лен даже. Ну, по виду. Не буду я показывать схему девочке, чтобы не нарушать авторские права. Будем рассматривать с вами только сюжеты. Едем дальше. Вот такая вот лодочка. Справа представлена схема отлив. Стежок-крест. Вышивается мулине в две нити. Шов бэкстич в одну нить. Количество стежков 120 в ширину и 114 в высоту. Неполный зашив, видите. Наверняка очень быстро этот мотив отошьется. Размеры 20 на 19 сантиметров. Вот такая информация. Вообще интересно полистать, почитать. Я люблю смотреть, как качаются лодки на высокой воде и наблюдать, как они постепенно опускаются во время отлива. Подталкиваемые зыблю, лодки легли на один бок. 6 часов отдыха перед тем, как возобновится ритм волн. Красота. Вот такой вот сбор ракушек. Видите, называется сюжет. Тоже очень красивый такой. Милый, не буду показывать вам схему. Вот такой вот маячок. Тоже равномерка. Ну, это понятно, потому что не полный зашив. Вот схема справа от меня. Схема такая, девочки, хочу сказать, не очень крупная. Наверное, придется или увеличивать, или шить в очках. Вот она, посмотрите, какая красивая птичка. И вот такие три птички. Красота. Дальше едем. Вот такие вот две птички. Три. Мы их только что рассматривали. Они разные, что ли? Почему они на каждом этом? Нет, одинаковые на каждом листе. Ходулочники они называются. Ходулочники. Написано, видите? Едем дальше. Шилоклювка эта птичка называется. Я такую даже не слышала. Шилоклювка. Слышали ли вы? Надо же, как интересно. Красивенькая, правда, шилоклювка. Ну, это же аист, бесспорно. Ой, недавно из девочек кто-то на стене спрашивал схема аиста. Вот, пожалуйста, смотрите. Раз схема и два схема. Ой, схема. Ну, это уже работа, но схема есть в этой книге. Вот он поближе. Как-нибудь так снять. Тень от меня. И вот, пожалуйста, видите, вот здесь вот нам поближе показывают отшив. В гнезде называется эта схема. Эта схема так и называется аист. Ну вот они пошли, рыбки. Рыбка раз и рыбка два. У нас сегодня очень пасмурно, поэтому темно. Мы находимся в цокольном помещении, поэтому вот так вот, девочки, не очень ярко. Вот такие вот рыбочки. Это тоже красивые.
Да, схема. Схема мелкая. Ну, по мне, я не знаю, на вкус и цвет. Вот такая вот рыбка красивая. Большая рыба называется, а предыдущие три рыбки, так и называется. Вот это вот красота, видите, велосипед стоит и вот такие вот две кабинки на пляже. Ну, видимо, для переодевания. Пляжные кабинки. Название пропустим. Следующую страницу сейчас я уже пролистну, потому что там прям схема во весь. Вот такие вот птички красивые. Ой, сейчас, наверное, будет интернет пестреть отшивами с этой книги, чему я очень рада, я с удовольствием полюбуюсь. Песчанка называется эта птичка красивая. Вот она, красавица. Ключ в нитках DMC. Кроншнеп. Большой кроншнеп. Эта птичка называется так. Видите, что-то выискивает, видимо, добычу какую-то на пляже. Эта птичка называется травник. И тут описание девочки-птички. Видите, как она выглядит, какое у нее оперение. Вот такие две птички. Девочки, кто любит птичек, это просто находка для вас. Посмотрите, сколько разных птичек представлено в этой книге. Галстучник эта птичка называется. Ну и понятно почему. Видите, у нее такой как будто галстучек на шее. Вечность – это море, смешанное с солнцем. Такая фраза здесь написана, цитата. Белая цапля, красавица. Вот она еще. Едем дальше. Кулики-сороки. И такая птичка бывает, оказывается, кулик-сорока. И описание этой птички. Интересно почитать. Я заберу ее домой и почитаю на досуге. Вот такие вот кулики-сороки. Даже маленький ослик сюда попал. Вот здесь такая история. Небольшая, очень интересная. Ну и схема. Вот, пожалуйста, детки. Видимо, ракушки. Как бы так сделать камеру, чтобы не отсвечивало. Видимо, ищут ракушки. А вот здесь, конечно же, песочные замки. Как же без них-то на море? Никак. Едем дальше. Да, «Замок из песка», так и называется эта работа. Я угадала, я эту книгу не смотрела, девочки. Вместе с вами ее открыла, рассматриваю первый раз. Дальше не буду, там схема. «Желтый дождевик» называется вот эта вот картина. Вот он. И вот здесь вот покажу вам поближе отшив. Здесь схема. «Я обожаю устриц» написано. Такое впечатление, что ты целуешь море. Вот такие цитаты. Таблица соответствия DMC и гамма. Очень удобно. Благодарности. От автора книги, я так понимаю. Ну и вот вся информация. Посмотрите, какая богатая уже серия. Французская вышивка крестом. Те, кто собирает коллекцию, видите, сколько книг уже вышло. Вот она, красавица, девочки. Сегодня, я знаю, многие девочки ждали и наличие, и остальные фирмы у нас лежат, ждут именно книгу. Не думала я, что она так припозднится. Поэтому пакуем все сегодня. Сегодня пятница, сегодня у нас день отправки. И отправляем в путь все посылочки. Все, всем позитивного денечка.